15 березня по 1 травня у християн східного обряду триває Великодневий піст. У народі його ще називають Великим, адже продовжується він без малого 40 днів. У цей період всім, хто дотримується посту, дозволяється вживати їжу лише рослинного походження. Однак представники духовенства нагадують вкотре, що сенс посту не в простому утриманні від їжі, а й вихованні душі. Чи збираються поститися наші народні експерти, запитаємо у них самих. Это выбор каждого, я не собираюсь. А для чего он делает это? Ну, наверное, вам нужно спросить у того, кто постится. Вот сейчас будем поститься. Мы не будем показывать что-то. Так вы поститесь? Да. А для чего люди это делают? Вы знаете? Если по библейским, очищение организма и души. Я как непосредственный работник в храме, я регент хора и стараюсь, в принципе, поститься, но некоторые люди, конечно, считают, что пост – это диета. На самом деле это все не так, потому что пост – это, прежде всего, осознание этих наших слабостей, которые мы допускаем, так сказать, по повседневному житию. И не надо воспринимать это как пост, как диету, а как духовное очищение. Ні, не дотримуємося і не збираємося поки що. А чому їх взагалі, от знаєте, люди дотримуються? Для чого піст? Хтось через релігію, хтось для очищення свого організму. Не дотримувалися. Роблять для того, щоб очиститись перед Богом, очиститься в первую очередь. То есть пост – это не диета. Для чего делают? Это для того, чтобы похудеть, для того, чтобы держать себя в норме и все. Просто, чи дотримуєтесь зараз и для чего люди це роблять? Ну, для очищения организма, а так, если в принципе возможно, придерживаться. Но я к этому сейчас пока не придерживаюсь. Честно говоря, я как-то так. Скептично, да, відноситесь? Да. Я ніколи не тримувалась поста. Я, если честно, тоже как-то не особо слежу за этими традициями и как-то не придерживалась. А для чего люди постятся, не знаете? Ну, наверное, это какие-то их внутренние убеждения, соблюдение традиций. Возможно, что-то такое. Ні, не дотримуюся. Для чого роблять? Ну, хтось для здоров'я, хтось для, ну, з релігійних речей. Не, не постились ми. Не, не постились. Ну, я думаю, що просто тоді їди було мало, тому треба було зберігати, і вони не кушали. Так, а зараз? А зараз, ну, як традиція пішла.